Украина готовится ввести целый пакет экономических санкций против России. Добро на ответные меры правительству сегодня дал Петр Порошенко. Он подписал соответствующий закон. С нами Глеб Яных, эксперт по экономике. Глеб, и чем же нам ответит Киев? Запретом на ввоз товаров. В список запрещенки попадут российские водка, мясо, шоколад, рыба, пиво, сигареты и еще целый ряд отечественной продукции. Решение это украинцы приняли в ответ на продуктовое эмбарго, введенное Россией, а также после того, как Москва закрыла между странами зону свободной торговли. Сделать это в Кремле решили из-за вхождения Украины в единое торговое пространство Евросоюза. Вступить в силу украинские ограничения должны уже в январе будущего года.